Взрослые часто удивляются, когда их дети не слушаются и игнорируют запреты. Тем не менее, сами в некоторых моментах хуже детей. К примеру, когда дело касается пляжей. На предупреждающих знаках черным по белому написано «Купание запрещено». Тем не менее, толпы людей собираются на берегу и фактически доверяют свою жизнь случаю. На брифинге озвучили печальную статистику. Только с начала купального сезона в городе над Бугом зафиксировано 7 смертей. Причина 4 из них – алкогольное опьянение. Остальные 3 – купание в неположенных местах. Основным правонарушением, можно так сказать, это халатность людей к собственному здоровью и жизни. Потому что с учетом того, что проводим работы очень много, но в целом констатируем факты и распитие спиртных напитков, и люди пренебрегают правилами безопасности поведения на воде. Вот. Купание в неустановленных местах, зачастую это глубокие карьеры, разработки где-то грунта, которые сегодня заполнены водой, и в целом это не приспособленные места. В нынешнем году цифры удручают. По состоянию на начало июня сотрудниками УВД пресечено порядка 1500 правонарушений. Из них более 600 за распитие алкогольных напитков в общественных местах, то есть на водоемах. Эти цифры более чем в прошлом году. Общее количество в 2 раза, а по фактам распития алкогольных напитков более чем в 3 раза, чем в прошлом году. Также пресекается правонарушение за купание в запрещенных местах. В текущем году мы пресекли таких фактов более чем 3 раза. Ироничен еще один момент. Сотрудникам МЧС в 35-градусную жару сегодня чаще приходится реагировать на вызовы ОЧП на воде, чем выезжать на пожары. К сожалению, сегодня статистика показывает, что у нас большое количество выездов именно по нарушению нахождение на водоемах, чем пожаров. Поэтому сейчас целенаправленно работа Брестско-областного управления направлена именно на предупреждение гибели на воде. С начала текущего года в Брестской области погибло 43 человека, из них 13 умерло с приходом тепла. Все умеют плавать, все предупреждены, все понимают, но все равно тонут. В Брестской области утверждено 190 мест для купания и еще 155 стихийных и 236 запрещенных пляжей. Сотрудники УВД, МЧС и ОСВОД просто физически не могут быть во всех местах одновременно. Поэтому ответственность лежит во многом на нас самих.